В России могут измениться правила предоставления отпуска по уходу за ребенком. К примеру, женщины смогут сократить декрет и получать большие выплаты, либо уменьшить пособие и продлить отпуск. Проект уже направлен в Госдуму. Инициатором нововведений стала Общественная палата России. По мнению ее представителей, после принятия изменений у женщин появится возможность самостоятельно выбрать срок декрета и не потерять при этом деньги. Вместо нынешних 1,5 лет и 40% от зарплаты можно будет взять отпуск на 9 месяцев, но получать 80% от зарплаты. Или же продлить оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком до 3 лет, но получать только 20%.